перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Слышал, мне сначала не показывали. Вы что, не слышали о великом бое? Да. О бое века? О двух титанах, ёпты. Давайте, пидорасы, быстрее подтягивайтесь. Сейчас будет такой невротъебательский челлендж. Драка. Драка века. Да слышите эти крики? Брюс Баффер где-то рядом. Рэп-перископ тоже. Это рэп-перископ. И рэп-перископ уже записывает. Помните ту величайшую драку между Дождем и Пашей? Техника. И вот ее видео. Сейчас, блядь, подождите секунду. Мы раскодировку делаем. Никаких правил. Микс Маршал Артист. Кейстон пишет, что ты жулик. Братан, я не жулик, завтра ложусь. Увидишь мои трансляции вместе с ребятами из Пулково, перекрытыми наглухо. Где вторая? Где второй джойстик? Че, уже спиздили, что ли? Да, уже все будет, а я буду на тебя. Итак, мой враг. Он называет себя Лил Дождь, хотя у него Лил что-то там другое. Ладно, мы передадим. Не, нам это не нужно. Давай парни просто будут снимать. Да, мы сделаем вот так вот. На модный телефон 6S+. Ну чё ты, горгулья, в бой готов? Ты пизда. Просто Паша Техник будет уничтожен сейчас. Давай, ты, я за синий. Я за черный. Какой выбираешь вес? Ну давай, я такой жирноватый, ты тоже не худой. Не, я начал бы за девочек тебя уебывать. Давай, давай, за девочек. Я за Роуз. Да ты заебал, вот так же. Давай. Вот, Аманда Нунес просто. Сейчас так выходит. От старушки ее. Скидывайте бабки, короче, на лечение заранее. Кто хочет поиграть так же, скидывайте бабки так же. Пишите в директы, в пиректы. Нам немножко надо понизить вес, она легковеска. Твоя? Да. Ну это извини. Ну, блядь, ну... Надо номер. Когда сайборгом тебя будут. Номер куда скидывать, блядь? Легенда, легко, легенда. Играем на... В этом... Химках. Химка-арена. Давай твою... Дуэль взглядов пошла. Там сними отсюда. Давай. Ты пизда. Бьяч. Просто пиздаешь. Вот так тебе нужно. Да ты умеешь даже рычаги эти делать. А я тебе вот так и... Ну ты только пьяный. Ну ты пьяный мастер. Сейчас ты не пьяный. Давай, ладно, начинай. Поехали. Какие прогнозы там дают вообще? Что-то, бля, нихуя вообще нету. Увидели нас, наверное. Не, хуйню всякую пишет. Ой. Б, а где блок? Ага. Третий висели. Да. Где блок, не знаешь? Блоки вот. Ага. Еще какого хуя подсказывает. Да. Эй. Паш, как дела, спрашивает. А? Как дела? На вот. Чё-то хуёвого старичка. Что такое? Почему? Где блок? А, вот блок. Научись. Там еще правым стиком вверх-вниз, да, типа, да. Корпус ебало. Хуя. А? подлый, я очень злой, я очень подлый. Ты выиграл, ёпта. Просто вот просто... так вот, как в этом, блядь, как... Давай свой повтор, такого никогда со мной не было. Не, смотри. А, нет, тут нет, начало танца-то, танец. Да, хороший. Да я тебя просто как у ларька просто. Вот смотри, Сережа пришел. Оп!
Ой, Паша, Паша. Паша, ты пишешь, Саня, хуй сосею. Чего? Все хотят, чтобы Саня хуй сосал. Чтобы Саня... Фифу катанули бы. Саня брак отсосала. Ну что, давай реванш с мужиками и фифу. Ну что, зачем? Бля, Миша, я все сделаю. Хорошо, я знаю, что у тебя рука набита, но... После этого, следующего матча у тебя может быть набита. Ну ты там что-то танцевал. Бля, ну я, да, ну мой косяк. Люблю я пионировать. Как на лестничной клетке просто. Да. Из-за этого. Так, все, убираем мой вес тебе. Средний. Давай. Ну тут я никого не... Заебали. Сань хуй соси. Сань хуй соси. Да, да, да. Стабильно, блядь. А ты снял-то хоть нокаут? Да, 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 конечно. Ну, посмотри. Рэп-перископ там, блядь. Лил дождь, убил Пашу техника там. Сейчас я зарофил еще, пиздец. Вай, ну давай, я вот за такого. Знаешь, что это? Tales Latus. Да? Ну, а ты знаешь, что это? А ты? Нет, там хуесос какого-то, не Диаса. А ты Диасом? Да. Все, давай. Сейчас уже серьезная рука. Давай на деньги играть, давай на 100 рублей. Не, не играю. Я на 100 рублей куплю две бутылки пива. Крафтовое. Приехали, и бумаги твои. Спрашивают, когда в наркологичку? Завтра. Завтра. Вот так что скидывайте деньги на карту, и кому интересно. Так если ты... я в личку скину номер. Ой. Если вы не пиздоболы, помогите, блядь, здоровье нахуй. Вообще все плохо, особенно после такого нокаута. Ну, нокаут был серьезно, с одного удара вырубил. Ой, не, а что это началось-то? Что я это? Я имею джиу-джитсу, Паш... получ поебало. Я ничего не могу сделать. Эй, чувак, ну что это за хитрость? Тут пишут, что вам надо за Хабиба и Макгрегора гонять. Давай за Хабиба, вот топ-маунт. А ты что там делаешь? Уйди, Паш, хорош. Подъем, все. Вот так. Исходу опять хочешь? Хитрый удар, как за горожане. Паш, почему ты игноришь ВК? Я ебал, урод, блядь. Я сейчас не... Я только купил телефон. Ну вот. Ой. Кто на фитах будет в новом альбоме? Фидук. Фидук. Фид... Все фиты только с Фидуком. Там все... Он же музыку делал. Опа. Паш, ты на Хабиба похож, понял? Да, я понял. Поэтому я его уничтожаю сейчас. Ой-ой-ой. Ну ты что-то мощный, да ты просто играешь, ты умеешь и все. А ты что, типа не умеешь меня вынес, блядь, просто там. Это подлый удар был. Я мастер. О, смотри, твоя. А, это... А ну-ка еще раз так сделай. А еще? А хуй там был. О, блядь. Бля, вот сейчас что-то хуёво. Хуйня. Доброе утро! Мы видим репортаж в пизделке в Волгограде. Главный тренер... Ну, ладно, чё-то хуйня тебя. Паша спрашивает, как Блёф МС подживает. Я его маму... Я его маму ебал. На путь! Here is it! The winner! Всё. Эх, Паш. Зато покупайте футболки и также прочую одежду от парня из Heartburn. Heartburn. Сердечко. Не сердце. Хард – это сердце. Изжога. Изжога. Бернт изжога? Изжога. Хард же стейч. Инглиш забыли. Изжога. Горящий. Это как у меня. Прозол и ношу только... Только хули я рассказываю. Вот что я ношу. Нет, здесь не особо. Ладно, давай один матч сыграем, короче, в фифу. Давай. Пока все. Давай. Я уж там. Вот такая вот у меня Heartburn. Че, вы не видите, что это Heartburn? Прочтите, сотка. Heartburn. Как стоило 500 евро? Я не знаю, мне пацаны продали в два раза дороже, но у меня, как говорят, деньги куры не клюют. Да, конечно. Вернее, куры деньги не клюют. Ну, короче, я не пизду. Да.
Московская фирма, гробики. Прекрасно работает. Второй их бизнес. Ритуальные, блядь. Кому-то надо там nails in the coffin. Мы сделаем. Ну что, давай один матч вдвоем сыграем. Садись там. Это твое счастливое место. Ну ты просто вообще не вывозишь. Ну я не спорю, я не играю в эти игры. А ты что мне сказал? Мы, короче, когда ой, ладно, договорились об этом матче, сказал, что он там, я обыграю всех. Да нет, я редко играю. Я играю в этот, блядь, там, ну, знаешь, что? Типа, Ведьмак, там, это. Люблю вот эти ходилки. Resident Evil, там. Меня спрашивают, вы в наркологии лежите? Да, 17-я палата, на третьем этаже. Подтягивайтесь. Вот, смотри, человек тоже с нами сидит. Да, у него есть это самое. А что там случилось? Да машина задела. Помним мы этот случай. Ну ладно, что, давай за Россию один. Нет. Спрашивают, что за бразилец? Пепе. Пол Погба. Неймар, брат Неймара старший. Нет, ты будешь Погбой. У тебя причка модная. Хорошо. Нет, войдите в профиль, Лёв. Сейчас все будет. Давай один матч за двоих сыграем. Вдвоем за одну команду. Не играю. Да давай. Нет. Почему? Чёрными не играешь за одну команду? Давай, блядь, все, не еби. Ну давай. Да давай, ну мы так интереснее будет. Ну это серьезно будет. Давай за одну команду. Вот. Ну иди туда. Поехали. Что-то у кого-то телефон бомбит, да, не? Да у меня. Да, у тебя. Все, давай, один матч. Или чемпионат за Россию. Шалимов звонит. Чемпионат, блядь. Чемпионат, блядь. Там хотели, чтобы за Динамо. Давай за Динамо. А ты что, блядь, мы мониторишь, что сидишь такой? Не, давай не чемпионат, получается, наверное. Так, сейчас. Паш, зачитай просит. Надо, чтобы денег скидывали. Бабки скидывать. Да, а что, ты нет? Считать я могу на наши. Ну, быстрый матч Динамо-Спартак. Просто изи. Ташаев-то, видишь, ушел. Да, он все там же еще. Давай сюда. Что за наркологичка спрашивает? Хуй его узнает. Вип на Рублевке. Завезли. Там лечили меня и Колю Олю. Колю Олю, бля. Уилл Смит с сыном приезжал. Уилл Смит, еще Гоша этот самый. Нет, Вишну. Когда клипы мы с ним доделывали, он привозил ноутбук. Давай. Ну все, давай сразу меняем. Там есть Луценко, давай без Луценко. Вот соснем. Смотри, хоть этого у Вандерсона нету, ёпки. Да ладно. А Панченко чуваков? Панченко вот форвард. Вот Мусасоу и кто-то. А Изотов, да, мне очень нравится. Изотов, да. И Марков Изотов. Катрича можно. Катрича, да, можно. Этого. Амольский. Ну... Не, вот Козлов. Ну ладно, пусть будет. Так, сын, блядь. Такой, ну вообще, Припять, ебать. Паш спрашивает, где кальмар? Кальмар умер, я его на его могилу ссал. Покупайте хардбер. В этой одежде я обсываю все могилы. Лучше всего в этой одежде. Своих друзей бывших. Не, ну хорош. Да, а кальмар обоссать надо при встрече. Если вы его дух где-то увидите, обоссите его. И негра этого ебаного, Синицына. Точнее. Максим Синицын, он же Евгений Демен, он же петух красногвардейский. Чунга-чанга, короче. Давай, ты комментируй сейчас матч. Давай потише сделаем этих комментаторов. Не будем комментировать, играем просто. Ну давай, ты за кого? Ты синий или включил? Да, ты включи, пизду, ты че, я мяч. Уже слегка синий? Или еще а нет? Ты синий или кто? А, вот ты синий, все, нажми эту кнопку. Давай, только через пасик. Азиз Тетех. Паш, это ты. Да подожди, я убираю кнопку. Ну ты не убирай так, чтобы кнопку, чтобы мы гол пропустили. Ой, шикарно вообще, обработка года. Это хорошо. Знаешь, только приехал чувак. Это Пол Погба. Оп. Ну ты смотри, привез там. Давай через Пашу. Ты ведь вообще играть-то умеешь, ну давай, говорит, вдвоем, блядь. Когда фит слил пампом? Когда слил пампом фит? Через 3 года. Мы с него косички сейчас снимем. Обозым его, брюлики сейчас еще. Осталось... Вот, отдай по флангу. Да я забыл, что я синий. Вот. Спрашивают, что за король на фотках сверху? Давай. Я. Чуть-чуть вниз. Хорошо, иди туда, открывайся. Козлов. Ну! Поворолся. Хорош. Когда фит с Бузовой? После Федука. Вообще скажи, ну и каждый вопрос, блядь, пусть деньги приносит. Блядь, ты зря это делаешь. Ой, фалить?
Нет. Куда ты выбежал вратарем? Да пошел. Тебе повезло сейчас. Бля, нервами, блин. Дерби, дерби. С ним нельзя играть, бля. Паш, что ты Суприм паленой ночи спрашивает? Кто такой там умный, бля? Тот, кто одевается на садоводе, наверное, и не может позволить себе заказать в инете. Даже собаке не нравятся эти вопросы, бля. Она, наверное, хочет сикать, бля. Небольшая пауза. Так, давай. Короче, пока Пашок нет, полил дождь. Подписываться на мой инстаграм. Ну ты можешь нам закинуть там фанбейт. Я могу попросить, чтобы на меня подписывались. Бакалеон, блядь. Бакалеон. Давай, блядь. Давай, ладно. Поехали. Давай. Давай в пасик нормально там. Вот, видишь, я тебе отдал. Как ты к LG относишься? Отлично. LG легенда. Просто живая. Да. Два бельма. Ну что, не поскакал-то? Значит, я бегу, у меня игрок-то, блядь, посмотри фамилию. Азыхтетех. Я вообще за «Зенит» болею, а играю за «Динамо». Чё ты такого высокого мнения о себе? Мечте вопрос. Это тебе. Ты только меня спрашивали, что за бразилец. Скажи, новичок. Ой, вот это шикарно ты бросил. Чё Пагуф спрашивает? Ой, смотри, вот тащу-ка, давай. Видать, нихуя. Неплохо. Когда новый выпуск? Не будет больше с Пашей. Паша ушел. Не, он не ушел, мы подрались. Сам отвечай, что хочешь. Да, да, да. Загибай. Ой, смотри, ну. Окей. И чуть-чуть, и туда по флангу кидай. Ну-ка, кинь. Да кто так кидает-то? Я тебе на ход кинул. Ну, посильнее. Сильнее, мне сил-то не стоит. Тебе Черчесов, знаешь, что за такое сделал? В душ бы тебя позвал. Ну и что, он полотенцами все лишь бьет. Ледяные меня. Давай, я пошли, защитник, ты вратарь. Твой гол, ёб. Ты просто быстрее сказал, все, что ты хорошего сделал в этой атаке, там сказал, что ты последний защитник. Ладно, давай накажем. Да, конечно, Динамо, вот сам басол, давай. Ну, это что, за панику у тебя центр поля. Ну, давай. Вот, и чуть-чуть. О-о-о. Не прочел. Надо было в сборную, да, брать? Да, не прочел. Слушай, ну если потащим эту катку, это будет хорошо. Ой, блестящий, Паш. И вот на тебе. Восхитительный. Кто тренер Динамо? Я. Ну не надо, пожалуйста, выходить вратарем. Бля, они реально это смотрят, понял? Давай. Ну. Вот, спокойно, спокойно. Вот, чуть-чуть низ. Отпустил далеко. Смотри, сосредоточенный. Смолов смотрит трансляцию? Хуже знает. А он же не играет. Ты больше, кстати, в этот самый матч тоже показывал. Да матч-то уже заебал всех. Всем похуй на него. Ты вот так типа из-за нас, из-за спин. Ну ебать, я сейчас там сяду, потом не встану, блядь. Ой, ты видел? Вот и ты сразу, пожалуйста. Главное, не командируй, ёб. Командируй? Да. Хуя. Командант. Ой, Шунин, видел? А кто нажал-то, блядь, кнопку? W, ёпта. Ну сейчас, смотри, явно. Федук пришел. Серьезно? Да. Да угораешь? Не угораю. Почему? Ну потому что вот он тут, блядь, с галочкой, видишь? Покажи. Там как чё-нибудь. Вот. Хей-хей-ха, хей-хей-ха. Там, блядь, перестань. Ну, смотри, хей-хей-ха. Федук, Федь, брат, родной. Меня заставили, да? Федь, блядь, ты же понял прикол. Я еще на альбом это запульну. Распердолим эту тему покруче, чем розовое вино. Согласись. А если не придешь ко мне в первый раз, то еще 6 дисов будет. Это был не дисс, это был прикол, просто у него же такие дырявые шутки, и этот хуй меня заставил это все делать, ну это ладно. Федя лучший, Федя лучший. Что ты хочешь, добавить его? Не. Что ты делаешь? От меня. Паш, ты чего? Ты с ума сошел? Где же это? Ну, годится. Мне Федя любит очень сильно и радуется его успехом всем. Не то, что Динамо. Ну давай, ну ты что творишь-то, блядь? Миша, блядь, пизду второй гол переносит. Нахуй тебе так это.
картридж, блядь. Кастратрич. А может, Федя хей-хей-ха написал такой сет, не знаю. Не, он тут это, короче, показывает, что тебя, типа, отлупит. Серьезно? Ну, там, типа, палец такой, типа, окей. Покажи. Ну, вот смотри, типа, он, типа, хочет тебя чпокать, вот, видишь? Он как бы на что-то намекает. А, да, да, да. И причем. А почему? Нет! Ты видел, что там был шоколадный зайчик? Да, там шоколадный зайчик в конце. Да че, блядь. Все. Федь, я тебе отвечаю, это этот, блядь, ты сам знаешь. Я бы после наших треков в Gucci Mane вернулся к маме, гусь и прочих, как мог такое. Я исполнял, я всего лишь был исполнитель за какие-то 50 тысяч самых рублей. А вот он мозг, вот этот вот человек, блядь. Шоколадный. Человек в шоколадной жизни. Ой, спасибо. Прям вырулил ситуацию. Да? Отмазался. Неплохо. Ну, нормально все это. Эй-ха. Да это, блядь, Стёп. Нет, какой Стёп? Чувак там, знаешь, это самое, сейчас приеду. Что мне теперь делать? Блядь, слышь, может, тебе где-то, блядь, в Беларуси? Короче, мне... Блядь, может, извинишься? Да чё? Блядь, или уже как после драки кулаками не мажу. Это будет странно. Да, типа засал ты тогда. Да. Я-то засал. Вот после вот этого. Это хуже ничего нет. Даже, знаешь, менее страшно, если бы 10 человек приехал. А тут вот этот палец. Да, не, палец или мексиканец. Карающий. Или почему-то мексиканец. А ты такой, да. Давай, ладно, соберись на игре, блядь. Да и как я после этого могу собрать? Ну хорошо, я знаю, что Федя за Спартак болеет. Напоследок обыграю Спартак. Да ты в Манчестере. В Манчестере, прикрытие. Фу, блядь. А что, тебя, фу, блядь, тебя отпустило, да? Да нет. Задышалось? Да ты не помнишь, за мир третий, я же ты вот в больничку там прятаться ложишься. Теперь можешь отбой сказать. На, нахуй. Он спрашивает, ты где? В наркологичке? Где вы все тут лежим, бля, отдыхаем? Четыре звезды. Ой, пошел. Детокс идет. Ну ты даешь слишком сильно. Вот если бы ты этого пидора подловил бы, блядь. Федя ушел. Откуда ж мы знаем? Федя всегда с нами. Федя поехал сейчас. Он в нашем сердце. Я говорю, ничего хорошего. Лучше бы мы против друга играли. Ну мы слабую взяли команду Динамо. Ну давай попробуем, соберемся, великая Динамо. Возродим, давай. Флангами, навесики. Вот, да. Иди вперед. Шунич там. Вот, навесик хороший. Че ты? Блядь, не догнал. Слушай, медленно, ты издеваешься, что ли? Бля, Федь, найди нахуй этого, бля. Криптозавра, бля. Он еще какую-то хуйню мне порит. Он не может... Умеешь подавать угловые? Может, попробуешь? Научить тебя? Давай. Смотри. Шикарно. Спокойно сейчас только. Спокойно. Не нервничай. И навесик нужен. Ну, блин. Говорю, чтобы ты снимал хуй, показал трусы. Что-то, блядь, попутали, походу, блядь. 4 миллиона рублей. Скажи, ребят, вы там колготки не снимайте, бля, почаще. Ну чё, Паш, давай на чё. Уебать, не проебался. Там Вьетнам Ханни забил, Самедов, блядь. Федук отписался в ВК, бля. А тут он с нами. Понятно. Прикинь, Федя на меня подписан в Инстаграме. А ВК отписался, да? Чуть-чуть туда. Смотри, что я делаю. Да я ничего. Бомбит уже. Дымится. Я хочу к тебе напоследок. Вот, дай чуть-чуть туда. Ой. Ну. Ну. Ай, смотри. Ну. Опасный, знаешь, да, такую кнопку? Да, блядь. Не знаешь? Они знают, думаешь, когда играют? Они потом друг на друга плюются, блядь. Там ты, там этот, блядь. Рахимич, блядь. ЛВР? Салам дагестанцам просит. $100. На Сбер там пишите в личку. Выходит Темников. Мы уже все в больнице, бля. Вы что, ребята? В палате тут летим. Там вообще не играем. Нам просто галоперидол нормально ударят. Сейчас медсестры подъедут. С зелеными усиками. О! Вот это ты, это твой стиль.
Я стелюсь в подкатах. Ну хули, народу больше смотрят, блядь, видосы дороже становятся. А сколько человек смотрит? Чего вы хотели? Бизнес? Зритель, сколько человек? 367. Ну что ты, блядь, пиздец, они уходят. К Федуку перенесли, да. Если он там он народу нагнал. Я надо было стрим законнать. Да, так давай. А он там стримит, да, как сюда едет сейчас. Пизды давать. Ой, ну давай хоть один-то закатим. Для 300 зрителей. Чувствую себя витязем. Давай. Ну, пас, давай. Разошлись. Ой, ты просто величайший. Смотри, что я с ним делаю. Да, я вижу. Смотри. И вот, ну... Давай один гол, прошу тебя, забьем. Нет, только футбол сегодня. Футбол. FIFA, бля. Исполнять мы будем поутру. Хорош. Вот я пошел. Самбо-сол. Предлагают назвать альбом «Лобковые усы». Усы-мота. Видел новую в Блэкстаре? Хазима, да. Как тебе? Саш, ну как он тебя обыгрывает-то? Потому что ты жмешь кнопку одновременно. Ты сигарка держишь, ты за него до конца играешь. Потому что нахуй лень смотреть ваш вот чат. Вот, ты держись до конца. Вот я тебе отдаю. Все, я дальше иду. Вон он. Ну, вижу, вот, идет ему. Ну его, видишь, пред... Я вот я как делаю. Да, пускаю. Потом беру, смотри, и, блядь, ты сидишь. Да, сага. И вот этот вот подкат ужинный. Спрашивают, это Жак Энтони? Да. Хотите полотенце за 50 тысяч долларов, которое она обоссала и сделала чайный гриб? Ой, это что? Паш. Это классная история. Хорош, вот это хорошо. И вот я что хочу. Счет какой? 4-0. Мы ебем Динамо. Или Дин... его, что? Или нас ебут? Кто выигрывает? Ну. У меня тормозит, ублюдок. Ай-яй-яй. А кто выигрывает? Я не понимаю, бля. Спартак. Спартак выигрывает, ребята. Ну, было удивительно. Федя-то едет. Паш, чего у тебя за футболку спрашивают? Хардберн. Записывайте. Трусы. Хардберн. Трусы еще не мерили, кстати. Ну это Антон Шум. Ну это твоя ошибка была. Давай переиграем матч. Нет, я не буду больше с тобой играть, против тебя сыграю. Даже вот так сделаем. Предлагаю, чтобы ты драчил. Короче, ребята, это все хуйня была. Мы играем против сейчас. Показываем, кто есть ху. За кого болеешь? А что за надпись топ эфиров? Мы что, в топе? Да. Обоссаться можно? Блядь, сука, можно? Ты можешь что-нибудь? Ты вот все время не то нажимаешь, как и 2 минуты назад. Только вот единственное, знаешь, что ты сделал нормального в этом матче? Да. От Федука отмазался. Да. И все. А мне теперь жить. Как мне? Я блогер начинающий. А я блогер, знаешь что? Он охуеет, когда увидит. 0-5 нормальный счет еще. А у тебя кто из блогеров был? Гонфлат? Ну и что? Не, у меня не было Гонфлат. Или Фламия Ривер? Фламия Ривер. Ну. Или Храмия Ривер. У меня Федук будет. Посмертный выпуск на канале в первый раз. Да, у тебя там... Твой или его? Ну, ты поправьте, пожалуйста. Как нарисовал в смайлике, так и будет. Теперь нужно уточнять. Так что береги честь молодого, злого по ночам. Ну и что, если ты знаешь что? Вот он меня убьет. Да у тебя не убьет, там он намекал. Нет, не будет этого. Он намекал, что это убийство. Проникновение. Никакого проникновения, это чувак. Коричневая игра. Все, блядь, хорош чувак. Там будет коричневая 4-4-2, я отвечаю. Сейчас у тебя будет 4-4. Сын твой полупокер, епта, пидор, блядь. Вот я беру сейчас бразильцев. Что ты с этим сделаешь? Я не буду за сборную. А чё? Чаловский. Тут сборные только. Давай сборные. Тогда я за тех, кто не прошел квалификацию. Ну, я тоже. Без шанса. Ваши ставцы. Ставцы? Ты куришь? Что именно? Чё за дебильный вопрос? Я ложусь на наркологичку, блядь. Что? Сигареты, блядь. Сигарет курю. Ну ладно, тогда я закурю с твоего позволения. А я тоже, можно закурю? Да. А кто ты стрекал до этого? Вот тебе, блядь, в трусы. Футболку Хардер? Да. Объявил, да? Да. Не, я просто здесь, может, пустой, может, сюда. Да, да, хуярче. Подожди, где мой телефон? Короче, ну, телефон уже отыгран. Че, ты думаешь, Федя звонит? Да, я буду сейчас записывать. Ты охуел, что ли, бля, пес? Ты сначала, блядь, полупокером, если их называешь, потом по-братски предлагаешь. Братан, давай извинимся. Нет, тебе, он там, на меня там на лицо, но не нарисовано. Че, все, Федя к тебе в телефон пришел?
Смотри, 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 пишет. Да ладно, смотри, пишет, да ладно, извини, что там шутка-то была. Чего-то нет, ладно. Да ладно, с тобой еще играть. Это уникальный контент. Паш, ну давай покурим, и я тебе... Ладно, все, пацаны, пису по этим темпам. Всем успех. Ты просто это пока... Что-то заверши.